Привет, я Света. Я расскажу вам о мягком развивающей игрушке Лунтик со звуком. Лунтик – это персонаж мультсериала «Лунтик и его друзья». У него 11 обучающих функций. На левой лапке у него есть кнопка включения и выключения. Привет, я Лунтик. Давай учиться и играть вместе. Если нажать на правую лапку, Лунтик поздоровается и будет говорить много разных фраз. Я знаю вежливые слова. Вы должны сказать «здравствуй». На ножках есть кнопочки с цифрами. 5, 6, 4. А на животике нарисован алфавит с картинками. Если нажать один раз, Лунтик скажет букву. Ё. Если нажать второй раз, то он расскажет стих на эту букву. Нож, иголочный голос, был ковер. Ковер был колот. Также есть в самом низу знак вопроса. Если на него нажать, то Лунтик попросит показать букву. Покажи букву «Л». Работает от 3 батареек 2А, товар сертифицирован. Детские товары. Накупиребенку.ру. Москва, улица Павловская, 27/29. 3 минуты пешком от станции метро «Тульская».